Всем привет, друзья, с вами снова Беркли, и в этом видео я решил вам показать, как же установить вот такой вот крутой дом Bell Air Billionaire House 3.0 версия. Такая крутая, в принципе, мы его сегодня установим в GTA 5. Что ж, давайте установим его, нажимаем загрузить с этого сайта. В этом видео будет полная установка данного дома с Game Config, Pack File и Heap Adjuster, то есть максимально легкая установка, без вылетов и так дальше. Далее скачиваем Map Editor. Также скачиваем ScriptHook 5. Ссылка на все файлы будут в описании. И Script Hook V Dot Net. Вот с этого сайта скачиваем. Также скачиваем Open4 и файл Addon Props. Для того, чтобы у нас загружались все объекты. Скачиваем его с этого сайта. Идет скачивание так же само. Также нам понадобится Game Config для того, чтобы наша GTA-шка не вылетала с Addon Props. Ну и Packfile Limit Adjuster и Heap Adjuster. Тоже его загружаем с этого сайта. Далее переходим к установке наших файлов, пока наш файл еще докачивается. Нажимаем «Показать папки», один файл еще не скачался. И переходим к установке наших модов. Открываем корневую папку из GTA, Steam Library, Steam Apps, Common, Grand Theft Auto. Данный способ будет актуален для всех версий GTA 5. Итак, ребята, для начала нам нужно установить Heap Adjuster. Это файл, который копируется в папку, где ярлык GTA, HeapAdjuster.ini. Копируем его сюда. Вот так вот просто взяли и перебросили. Далее сюда же, где ярлык нашей GTA-шки, копируем наш Packfile Limit Adjuster. Вот эти вот, ребята, два файла. Взяли и перебросили. Я заменяю, потому что он у меня уже есть. Также копируем сюда ScriptHook 5.NET. Вот эти вот, ребята, все файлы. Я пропускаю, потому что он у меня уже есть. Также копируем ScriptHook 5 обычный, bin, input 8 DLL прибрасываем и перебрасываем ScriptHook 5 DLL. Перебросили и можем эти файлы, которые мы установили, уже удалить. То есть вот эти вот 4 файла, удаляем их. Видим, докачался последний такой файл все-таки. И нам сейчас нужно установить Map Editor. Открываем его. И для того, чтобы ее установить, нам нужно создать папку scripts, папки из GTA, там где ярлык. Создаем папку scripts просто, и должно быть точно так же, как у меня, с CRIPTS. Иначе он работать не будет, если какая-то буква будет неверная. Открываем scripts и сюда перебрасываем наш Map Editor, папку scripts. То есть если нет у вас папки scripts, просто создаете ее и закрываете. Далее создаете здесь папку. То есть maps можем написать папку. Давайте напишем на английском maps. И открываем папку maps, которую мы создали, и копируем туда Bel Air Billionaire. Копируем Bel Air XML файл. Просто вот так вот берем и перебрасываем туда. И возвращаемся назад. Также распакуем, ребята, файл Water XML, который нам нужно будет установить с помощью программы Open4. И закрываем наш архив Bel Millionaire. Закрыли. И Map Editor, этот архив тоже можем удалить его. Далее в этот же Map Editor нам нужно вписать в этот файл, который у нас здесь есть. Сейчас я его найду вам и покажу, который файл. То есть Object List открываете вот так и копируете из этого Addon Props, копируете вот эту строчку. То есть нужно будет скопировать вот эту вот строчку, которую, ну, вернее, все строчки, правка, выделить все. Выделяете, копируете и вставляете в самый низ, то есть сюда в Object List. Нажимаете Enter и вставить. Вставили и сохранили. И сохраняем, и закрываем, ребята. Можем это тоже удалить. Сейчас переходим к установке нашей программы Addon Props, для того, чтобы наш дом спавнился. Папку из GTA можем уже закрыть. Для того, чтобы установить данную программу, нам понадобится установить OVZTube. Нажимаем русский, продолжаем, принимаем здесь все условия, соглашаемся. Устанавливается наша программа, скачиваем 28 мегабайт файла. Идет установка нашей программы Open4 и закрываем. Далее запускаем ее. Нажимаем здесь Windows и указываем путь к нашей GTA-шке. Диск D, Steam Library, Steam Apps, Common, Grand Theft Auto и выбор папки. Видим, у нас версия 18.68. Для этой версии нам нужно распаковать GameConfig, который находится в этой папке. Вот он, ребята, 1868, распаковываем сток трафик. Берем и распаковываем его вот так. Если у вас какая-то другая версия, то есть здесь, допустим, 1180, здесь в этом архиве будут тоже такие версии. Просто заходите в Older Version И здесь будут более старые версии 1180, там такие другие версии 1290. Важны только 4 цифры, которые, ну там 1180 и так дальше. И закрываете. После того, как распаковали, и продолжить нажимаете. И запускается наша программа Open4. Наша программа запустилась, нажимаем редактирование и нажимаем «Да». Далее переходим в инструменты ASI Manager и проверяем, чтобы все было установлено. Если что-то не установлено, то нажмите «Установить» и нажмите «Да» и «Закрыть». Далее нам нужно установить наш Addon Props. Открываем этот архив и распаковываем наш Addon Props Shebr OIV. Вот так вот, ребята, распаковали. И сейчас инструменты нажимаем здесь, Package Installer и загрузки переходим. Запускаем ADP Shop и устанавливаем его также в папку Mods. Ждем, пока он у нас установится. Установка нашего мода завершена, нажимаем «Закрыть». Далее переходим по следующему пути Update, Update RPF. Нажимаем «Копировать» или «Показать папку Mods». Я нажимаю «Показать», потому что оно у меня скопировано. Потом Common, Data. Ищите здесь Dals-List, нажимайте правой кнопкой мышки на него и редактировать. Переходите в самый низ, копируйте здесь любую строчку, например, вот эту вот. Ctrl-C нажимаете, вставляете Enter, вот так. Еще раз вставляете эту строчку и прописываете здесь вместо этого Addon Props. Addon Props. Вот так вот, ребята, прописали и нажимаете «Сохранить». Но внимание, чтобы все было у вас вот так вот ровно. Вот. И сохраняете. Далее сюда же нам нужно заменить этот Game Config, который мы распаковывали ранее. Просто берем и вот так вот его перебрасываем сюда. И перебросили. Также, ребят, установить файл Water. Для этого также в этой папке, где мы находились ранее, переходим по следующему пути. Открываете потом папку Levels, GTA 5 и сюда заменяете этот Water XML. Вот так вот взяли и заменили его. Все, ребята, наш мод установлен. Сейчас можем запускать нашу GTA-шку. И я сделаю небольшой обзор данного мода на этот дом. Итак, ребята, наша GTA запустилась. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и чтобы заспавнить данный мод, просто нажимаете клавишу F7. Вот, нажимаете F7. Потом нажимаете Load Map и File Chooser. Также этот Map Editor вы можете перевести на русский, то есть просто заходите в Setting и здесь выбираете русский язык, вот. И потом перезаходите, и он изменится. Ну и само собой, ребята, сейчас я покажу вам, что данный мод, как его заспавнить. Вот, но одно, что я вам хотел сказать, это то, что данный мод немножко скушает у вас FPS. И чтобы это продемонстрировать, я покажу вам, сколько у меня FPS сейчас. У меня при записи примерно 35 FPS, при том, что OBS кушает там 5-10 FPS, вот. И сейчас я, ну 40 FPS у меня так стабильно, постоянно, да, в таких вот местах. Сейчас я добавлю еще этот дом, и вы увидите, сколько будет там FPS, то есть, когда мы будем возле дома, сейчас в выборщик файлов заходите, или файл Chooser, потом заходите в Scripts, и потом заходите в Maps, и Bel Air, то есть этот дом. Сейчас мы его, ребята, спавним. Почему проседает FPS из-за этого мода? Потому что, ну, там слишком много всего, так сказать, чтобы вам было понятно, этих DLC, то есть различных частиц. Видите, мод, видите, FPS немножко проседает, уже не, начинает проседать, потому что спавнятся DLC, которые есть, ну, объекты, так сказать, чтобы вам было гораздо проще это понять. Сейчас дом полностью загрузится. Вы увидите, сколько будет FPS, когда я буду находиться возле дома, чтобы там, ну, не было в комментариях, что у меня там зависает, потому что будет немножко зависать, я думаю, что вот. Сейчас я перенесусь туда, вот покажу вам, где дом находится, примерно вот находится он вот здесь вот где-то, на этом холме. Вот я вот сейчас вот так вот перенесусь, вот F3 нажму, вот смотрите отсюда, как едете. И ориентируйтесь на этот дом, который вот великий тот. Что это там такое, я не знаю, но этот дом, который мы установили, он будет вот здесь, вот ровно под ним. Вот, видите, ребята, здесь это наш дом, который мы установили. Я уже перенесся сюда, и уже у меня здесь не 40 FPS, как у меня было ранее, здесь у меня уже 25 FPS, когда я нахожусь в этом доме. Потому что, ну, видите, сколько здесь объектов, видите, сколько здесь различных объектов. Это все требует ресурсов вашей там оперативки, вашей видеокарты, чтобы это все прогрузилось там. Ну, рекомендуется, сам автор рекомендует устанавливать этот дом, когда у вас, ну, стандартная графика. Потому он не был проработан для такой графики, как у меня сейчас, то есть NB там и так дальше. Можете, с Redux у вас будет здесь, ну, где-то 30 fps, вот. У меня было с Redux при записи с этим модом 30 fps, при том, что у меня без этого дома с Redux 60-50 fps. Я думаю, суть вы поняли в том, что данный дом, как бы, он хороший, но кушает он FPS не слабо. Потому что, ну, такие все такие вот DLC, которые спавните, вот, допустим, деревья. И вот мод есть такой на деревья, который просто заспавните, и он тоже будет вас кушать FPS. Вот, ну давайте я вам покажу этот дом, что ли, чтобы вам показать это все. Начнем, пожалуй, со входа где-то. Вот, отсюда у нас получается нету входа такого, что это недоработка, есть там все нормально. Вот, допустим, такой вот, ребята, вход. Я сейчас вот так вот вам продемонстрирую. Ну, видите, если будет лагать на видео, то не судите строго, потому что, как бы, это дом такой, ну, элитный. Вот, скачиваний там было довольно-таки тоже много, поэтому у меня такой компьютер еще не такой слишком сильный, при том, что у меня видеокарта на 8 гигабайт, и видите, такая просадка на FPS с этим модом. Вот, 26-27 FPS в некоторых местах у нас с этим домом. Вот, здесь у нас, ребята, такие автомобили стоят. Можете как Вин Дизель отсюда спрыгнуть на этой тачке, какая у Вин Дизеля такая была в 5-м Форсаже, если я не ошибаюсь. Он прыгал там с моста так. Вот, вот у нас на ремонте, это кто механик, я испугался, я его немножко... Там шевелится, думаю, что это шевелится там такое. Вот, потом, ребята, смотрите, здесь мотоцикл. Это все вы можете брать, то есть... Давайте я попробую сесть на этот мотоцикл. Но на этот нельзя. Эти машины вы можете брать, садиться в них, вот. Также вместо этих вы можете ставить свои там DLC автомобили, то есть кастомные. Давайте попробуем отсюда выйти, вот. Здесь какой-то сейф, посмотрите, сколько здесь денег. Ничего себе, это золотые слитки. Нормально так. Потом здесь какая-то карта награбление, вот, с Лестером там. Потом карта этого Лос-Сантоса. Денежки повсюду валяются. Вот еще золотые слитки с ограбления того, с банком из банка. Потом оружие здесь, какое хотите, можете взять. Потом, ну, такое здесь, да. Ну, по сути, дом выполнен хорошо, но и мне что-то не нравится вот эта вот штука, которая, видите, вот все синим таким, да. На этой графике, что у меня, то, в принципе, еще нормально смотрится. Если вы установите Natural Vision и будете с этим модом играть, то я думаю, что вы тут ничего не увидите, потому что будет все темно. Ну, а с Redux будет тоже нормально, вот так, как у меня примерно. Давайте пойдем на верхний этаж. Так, заходим сюда. Ну, видите, 27 FPS. Я, чтобы вам показать, как это все проседает из-за этого мода. Потому, ну, из-за мода всегда будет проседать FPS, потому что они требуют ресурсов, вот, постоянных таких. В основном я снимаю где-то с OBS, когда у меня 40 FPS. Вот OBS еще кушает у меня в обычной игре без этого мода где-то 40 FPS. Так, давайте-ка сюда заходим. Так, здесь у нас что у нас такое? Давайте с самой крайней комнаты посмотрим это. Так, что у нас здесь? Бриллианты, там Гуччи, там различные штуки такие. Видите, еще такой небольшой баг. Это то, что вот здесь такие небольшие баги, когда вы двигаете мышкой, вот, видите, что происходит. Да, это тоже небольшая недоработка. Вот, потом можете сюда зайти. Здесь у нас такая ванная комната. Потом, что у нас еще, ребята, здесь такое? Камин там стоит, вот огонь такой, спальня здесь. Далее можете вот сюда зайти, что у нас такое здесь. Здесь мы были уже, да? Так, давайте посмотрим, вот сюда выйдем на балкон, какой здесь вид. Но вид здесь довольно-таки крутой, это понятно. 27 FPS, но это еще более-менее играбельно, там уже 17 FPS, это уже все. Если я бы еще установил несколько домов, это было бы, конечно, неиграбельно, и если будет зависать на видео, то заранее извиняюсь, так сказать, да. Так, у нас здесь бильярд стоит, потом... Ну, если вы не снимаете, то, в принципе, нормально, да. Если вы снимаете, то видите, такая просадка еще из-за OBS этого. Вот, потом здесь еще эти плиты, да, видите, какие баги. Когда ходите, это такой баг. Ну, я знаю, почему этот дом тяжело строить, такие дома. И не буду сейчас придираться к тому, что там какие-то баги есть. Потому что такой дом построить, это довольно-таки долго нужно. Много времени, чтобы это все сделать хорошо, чтобы работало. И так, что этот дом работает довольно-таки неплохо. Устанавливайте этот мод на дом, не на графику. То есть, если у вас есть какая-то графика, то не советую вам его ставить, потому что будет просадка FPS. Вот здесь какие-то друзья Франклина вот сидят себе. Потом здесь вот загорают люди. Вот здесь что у нас такое? Так, бассейн у нас. Бассейн у нас, ребята, почему-то не установился. Даже я устанавливал этот Water, и бассейна почему-то нету сейчас. А здесь, по сути, должен был быть бассейн этот. Ну, разработчик этого мода, автор, по сути, сам виноват, потому что он не указал, куда устанавливать Water. Я как бы его установил по стандарту. Хотя давайте попробуем еще заспавнить этот Water, который... Но не получится. Не получится, ребята, потому что, ну так, нужно устанавливать Water как-то в другую папку, стараться. Вот, и тогда он у вас тоже загрузится. Ну, пусть будет вот так. Да, чуть и не упал. Хорошо, что есть F3 клавиша. Так, потом что у нас здесь такое? Вот там мы уже были. Ну, такой себе дом. Вот прежний дом, который я показывал, этот... Дом тот гораздо более лучше, и ППС кушает меньше. Так, спустимся сюда, еще посмотрим. Так, а что у нас здесь такое? Какая-то кладовка, кинотеатр домашний такой. Да, нормальный такой кинотеатр, там прожектор. Так, ну здесь, а вот еще что-то есть. Здесь какой-то, по сути, должен был быть бассейн. Ну, я если разберусь, то, в принципе, это в конце этого видео вам покажу, если что, как устанавливать этот Water. Попробую еще. Так, давайте-ка еще посмотрим. Пойдем еще наверх. Так, это стекло у нас. Кстати, стекло, как бы вы не хотели, вы не сможете разбить, потому что оно как бы такое, да, бронированное. Но не бронированное, потому что я сейчас... Смотрите, я в него стреляю, и оно простреливается. Вот, видите, я прострелил стекло. Что ж, ребята, давайте еще буквально-таки на последний этаж поднимемся. Вот у нас, ребята, самолет, то есть вертолет, вернее. Вот такой вот. Потом еще один этаж вот там остался. Я сейчас туда поднимусь, вот так. Вот с другой стороны, по-моему, да, вот там лестница. Но все равно можете вот так вот сюда перейти. Вот так, здесь служанка там стоит, вот еще там охранник какой-то. Ну, такой, ребята, дом. Что, подраться хочет или что? Сейчас, на нафиг. Что он там хочет? Все. Так, ребята, ну такой вот, видите, дом. В принципе, из минусов это то, что просадка FPS здесь такая. Поэтому так. Отключил я полицию, чтобы они нам не мешали. Вот. И давайте еще вот так вот рассмотрим его. Ну, в принципе, так себе. Прежний дом, который я показывал, он более лучше будет. Этот еще такой себе, да. Ну, тоже нормальный, потому что тоже там скачивание уже где-то... перевалила за 45 тысяч. Поэтому, ребята, вот так. Такая небольшая все-таки просадка FPS есть. Так что, если хотите, можете его устанавливать, не хотите, можете не устанавливать. Но все же я рекомендую его установить уже, но на чистую GTA. То есть, если у вас поставлен NB, то у вас будет примерно такая просадка, как у меня. То есть, вот 27 FPS с этим домом. Но я установил его только из-за того, чтобы вам показать, как его устанавливать. Возможно, он кому-то будет нужен, поэтому кому-то может понравиться. Но на другой графике он будет гораздо более лучше. Что ж, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Такой вот у нас установленный дом. И до свидания, всего хорошего.